Люди уже потеряли интерес к политике. Не потому ли вы отказались от ежедневного шоу с Савика Шустера? Я понимаю, что люди никогда не откажутся к интересу к политике, а может быть просто только количество политических событий в последние времена настолько большие, что зрители немножко устали. Мы отказались от будных программ Шустра по причинам, которые не только это не только вопрос много ли или немного политических программ. Просто канал находится в периоде строения новой версии своей сетки вещания. И мы предложили Савику немножко другую схему. Вот его программа выходит так, как обычно в пятницу, но мы добавили еще час. Таким образом, программа Савика Шустера будет на канале «Украина» начинаться не в 21:30, а в 20:30. Как я понимаю, у Савика тоже появится что-то нового, но об этом нужно уже говорить с автором. Следующий вопрос. Чем порадуете людей, которые любят спорт? Ну, во-первых, мы в этом году надеемся на открытие второго футбольного канала, у которого в планах очень интересная презентация. Канал называться будет «Футбол Плюс». Мы находимся в финальной фазе его разработки. Значит, канал уже готов к вещанию. Ожидаем еще на финальное бумажное административное, как сказать, не хватает мне русского, но что урегулирование. Это футбол не только, конечно же, на канале «Футбол», но крупные матчи будем показывать и на канале «Украина». А все, которым интересен бокс, приглашаем на нашу новую передачу, которая покажется осенью. Следующий вопрос. Дина интересуется, будет ли в новом сезоне снова приглашать на роль ведущих звезд шоу-бизнеса? Будете ли в новом сезоне снова приглашать на роль ведущих звезд шоу-бизнеса? Ну, насколько телеканал «Украина» увеличивает количество своего собственного производства, таким образом появится больше лиц, которые вам уже известны, но тоже постараемся показать новых, по нашему мнению, интересных ведущих, которые в будущем станутся, надеемся, большими звездами телевизионного рынка.